Монета 10 рублей 2012 года. Российская Федерация, Санкт-Петербургский монетный двор. Серия «Города воинской славы». Дмитров. На реверсе монеты прописан номинал. Крупное число 10 с горизонтальным рифлением. Внутри цифры 0 имеется более мелкое горизонтальное рифление, на фоне которого при изменении угла наклона монеты попеременно просматривается надпись «Рук» и число 10. Ниже одной горизонтальной строкой обозначено название денежной единицы, надпись «Рублей». Слева полукругом лавровая ветвь, справа также полукругом дубовая ветвь. Под правым нижним листком дубовой ветви отчеканены мелкие стилизованные буквы СПМД, знак Санкт-Петербургского монетного двора. Ниже указан год чеканки, дата 2012. Над числом 10 полукругом вдоль канта выпуклыми буквами надпись «Банк России», обозначение эмитента. По окружности виден четко выраженный кант. На аверсе, развернутом к реверсу на 0 градусов, то есть соотношение сторон медальное, в центре поля монеты отчеканен герб города Дмитрова, утвержденный 27 января 1991 года. По факту восстановленный герб от 20 декабря 1781 года. Чтобы объяснить значение герба, надо немножко в историю вернуться. В 18 веке Дмитровское княжество оказалось в центре противоборства между Тверью и Москвой. Для того, чтобы прекратить междоусобицу, в 1301 году в Дмитрове состоялся княжеский съезд. Даниил Александрович Московский, Иоанн Дмитриевич Переславский, Андрей Александрович Владимирский и Михаил Ярославович Тверской. Съезд князей не решил всех проблем. И тем не менее, это событие нашло свое отражение в гербе города. Вот в верхней части щита герб московский. В нижней части четыре княжеские короны в горностаевом поле в память бывшего в оном городе знаменитого четырех российских князей съезда. Под гербом полукругом надпись «Дмитров». Над гербом полукругом вдоль канта картуш с вдавленной надписью «Города воинской славы», обозначение серии монеты. Герб монеты прерывисто рубчатый, состоящий из шести участков по 5 рифов и шести участков по 7 рифов, чередующийся с 12 гладкими участками. Изготовлена монета из стали с латунным горванопокрытием, весит 5,63 грамма. Диаметр 22 мм, нормативная толщина 2,2 мм. Чеканилась тиражом 10 миллионов штук на Санкт-Петербургском монетном дворе. Средняя цена монеты от 15 до 30 рублей, в зависимости от состояния. Вот такой монетный брак оценивается в 200-300 рублей, частично не прочекан. Если не прочекан полный, хотя бы одной из сторон, такая монета стоит в районе 1000 рублей. Перед вами цены на интернет-аукционе meshop.net. Вот мы видим 19 рублей, 48 рублей, 15, 20, 30 рублей вот в капсуле есть. Вот, пластиковые капсулы. 20 рублей, 12, ну видим, недорого. Самое большое вот мешковое хранение. Нулевая монета 40 рублей. Вот такие цены на интернет-аукционе meshop.net.